Какие показатели клинической оценки мы учитываем при планировании хирургического лечения рецессии десны? Это фенотипические показатели, конституция, тип кости, объем десны, точки крепления мышц, форма зубного ряда, форма и размер зубов, межальвеолярные расстояния, гигиенические индексы. Всем проводится консолучевая компьютерная томография до и после. Составляется план ортодонтического и парадонтологического лечения. В случае конкретного пациента, кого оперировали до установки брекет-системы, и заполняется всем парадонтологическая карта пациента. Из парадонтологических показателей клинических мы учитываем, конечно же, глубину рецессии, это расстояние от цеста до зенита рецессии, ширину кератинизированной десны, по сути, это объем прикрепленной кератинизированной десны, толщина кератинизированной десны путем зондирования, расстояние от режущего края зуба до зенита рецессии, потому что этот показатель стабильнее, чем показатель абсцесс, и линия абсцесс может меняться в процессе лечения, поэтому мы всегда еще меряем расстояние от режущего края. Есть интересные показатели, которые говорят о том, что состояние улучшилось, чем если оценивать только по показателю глубины рецессии десны. И величина зубодесневого кармана. Мы заполняем вот такие таблицы до начала лечения и клинические показатели, и затем уже по окончании. Через 3, 6 и 24 месяца. И в данной модели основным показателем является процент закрытия корня зуба как главный показатель эффективности лечения рецессии десны. Но вот мы хотим сказать, что он, получается, бывает даже больше 100. И даже бывает 130. За счет того, что меняется биотип десны у пациента в полости рта, высота этих тканей, она также увеличивается и перекрывает полностью цементно-эмалевое соединение. Или когда мы делаем это, допустим, на реставрациях, когда мы часть зуба сначала реставрируем, потом оперируем, и у нас объем десны мягко ползет как раз вот по этой части, и мы получаем физическую величину высоты объема мягких тканей больше, чем, ну и, соответственно, как пропорции больше 100. Для множественных рецессий была предложена вот такая схема. При наличии ширины кератинизированной десны апикально 3 и более миллиметра, то есть если она вообще есть и можно перемещать, тогда это один вид методик, или если она отсутствует апикально и латерально тоже, тогда предлагаются другие методы или также двухэтапные. Пример такого плана. Мы учитываем также жалобы, с чего мы и начинаем. И после клинического осмотра и всех необходимых диагностических мероприятий составляется диагноз. Ну и, соответственно, выбирается план лечения. Бывают разные сегменты, оперируются разными методами. Или вот как здесь, первый-второй сегмент был выбран один метод. Фронтальный участок нижней челюсти оперировали другим методом. Ну и конкретные зубы, дистальный участок нижней челюсти – это тональный метод с трансплантацией. Вот, собственно, что и происходит в результате, некая декомпозиция плана и выбор отдельных методик для разных групп зубов, исходя из показателей рецессии десны. И комбинирование методов в одной полости рта, оно однозначно говорит об эффективности всех из них, с чего мы тоже и начали. Какие факторы также будут влиять на выбор методики? Это, конечно же, класс рецессии по Миллеру, как основополагающий показатель. Это класс убыли сосочка по Тарнову. Это объем окружающих тканей десны. Это различные некариозные поражения, пришечные дефекты. Качество окружающих тканей десны. Наличие слизистых мышечных тяжей в этой зоне, которые, по идее, должны все иссекаться. Мелкое преддверие полости рта, которое нужно формировать в процессе хирургического лечения одномоментно. То есть это диктует тоже выбор методики. И степень экструзии зубов. Сколько сильно они выдвинуты наружу или наклонены, или имеют какие-то другие показатели. И тогда мы определяем и методику операции, и выбор пластического материала, и определяем количество этапов лечения. Предложена трафаретная таблица для лечения одиночных рецессий десны, где учтены все показатели. Первый – это показатель классификации рецессий по Миллеру. Она представлена вот здесь наверху. Интерес заключается в том, что таблица учитывает те показатели, которые не учитывает классификация по Миллеру или любая другая классификация рецессии десны, применяемая на сегодня. Нами были дополнительно введены сюда. Это ширина кератинизированной десны,
Это абразия твердых тканей зубов, наличие или отсутствие, толщина кератинизированной десны. Ну и вот сейчас подошел этап, когда мы накопили опыт клинический по тем пунктам, в которых были пустоты, и можем еще дописать целый уровень вниз, целую строчку. Это с учетом показателей мелкого преддверия полости рта, потому что там будут несколько модифицированные методы. Все методики по цвету объединены, ну и все, скажем, тактические подходы объединены цветом для просто удобства восприятия и быстрого поиска нужной операции и запоминания. Поэтому методики могут быть одноэтапные, двухэтапные, однослойные, двуслойные, комбинированные, всякие еще разные. Одни с трансплантатом, другие с твердой мозговой оболочкой или сочетано. Вот об этом это нам и дает понять именно вот эта таблица и комбинирование признаков фенотипического планирования. Разработана фармакологическая схема поддержки пациентов при лечении множественных рецессий десны, особенно с отягощенным анамнезом, ну или какими-то общесоматическими проблемами. Мы объединяем два сосудистых препарата, которые, один из которых изменяет проницаемость стенки сосудистой, а другой – реологические свойства крови. Он делает ее более жидкой и текучей, а другой препарат изменяет проницаемость сосудов. И при травме организм готов активно восстанавливаться, лучше крови слизистой надкосничный лоскут, быстрее кровь сворачивается. Ну там и так далее, во всех отношениях вот эти обменные процессы, они активизируются, хотя препараты не имеют на самом системного действия. А второй из них включает гемодиализ от крови молочных телят и используется как субстрат для регенерации. То есть он не является активным компонентом, его поглощают как строительный материал. И за это время мы формируем уже первые сформированные клетки, которые в дальнейшем дифференцируются только уже до конечного своего состояния. И тогда уже мы закрепляем результат необходимых препаратов. Мы назначаем для профилактики отека стабилизатор тучных клеток, а не только гистаминоблокатор. И антибиотики, если мы и прибегаем к ним при лечении множественных рецессий, что бывает на самом деле не так часто, это замедленные, тоже замедленное высвобождение препараты в каркасных таблетках, конкретно если говорить про кларитромицин, формиклоцид по 500, СР, он имеет специальную маркировку, которая говорит о том, что это каркасные таблетки, и препарат будет освобождаться медленнее, поэтому нужно меньше дозировка, меньше частота приема и так далее. Обязательно мы используем пребиотики и пробиотики, поскольку картина в полости рта, она может отражать картину общесоматическую и гастроэнтерологическую, всякую еще другую, и неспецифических барьеров защиты, поэтому мы их все восстанавливаем и формируем. Если имеются болевые ощущения у пациента, то мы назначаем тогда один из тоже современных препаратов, который являлся бы селективным блокатором цикла оксигеназы 2 и не влиял на желудочно-кишечный тракт, не обладал никакими нежелательными эффектами и токсичностями. Что-то из современного, что имело бы минимальное количество приемов и требовало, в общем-то, бы однократное, наверное, какого-то применения. Это гель для швов, который мы используем для того, чтобы восстанавливать состояние мягких тканей. Их качество было намного адекватнее на этапе снятия швов. Если надо, пациент может поддерживать и в дальнейшем тоже свое состояние. И, конечно же, полоскание фитодент, который мы используем также и для промывания этой области послеоперационной, и для полоскания полости рта до приема и после. Его можно использовать в ирригатор, он отлично пенится и обладает поверхностной активностью. Вот эта схема объединяет все эти средства и по неделям разбита, какие из них мы как применяем. Нами отработан полностью протокол ведения пациентов. Для обработки операционного поля мы используем различные средства и растительные комплексы с химическими компонентами, и протравливающие гели для подготовки поверхности зубов, поскольку зубы также обрабатываются по специальному протоколу. Мы сначала химически удаляем весь импрегнированный бесклеточный цемент мертвый, размягчаем его, затем мы его полностью удаляем, заполировываем эту поверхность для того, чтобы повторной контаминации бактерий не наблюдалось. Ну и также все средства общехирургические, что делать при болевых ощущениях, как устранять отек и так далее. И за счет назначения сосудистых препаратов действительно все проблемы, они меньше, поскольку активированы обменные процессы именно микроциркуляторного русла, к чему и тропно действие этих препаратов. Ну и в день операции мы пьем, конечно же, антигистамин для того, чтобы была профилактика отека, особенно у реактивных пациентов, у кого уже был опыт лечения рецессии десны, мы наблюдали такие нежелательные последствия. Получение аллогенной дуроматор происходит следующим образом. Это первичная механическая очистка от фрагментов твердой мозговой оболочки, применение ультразвука под вакуумом при частоте 42, 38-42 Гц.
Для того, чтобы удалить следы жира, белка и нуклеиновых кислот, это использование органических растворителей для активной очистки, комбинированных тоже, которые, по сути, обезжиривают, они удаляют следы жира, которые могут оставаться, ну и там нуклеиновых кислот. Это лиофилизация низкотемпературным методом и стерилизация радиационным методом быстрыми электронами. Ну и вот в итоге такой очистки, как показало наше исследование, материал не содержит никаких следов жила, белка, нуклеиновых кислот. Белки там есть, но уже не те, не клеточные, а межклеточные вещества. И там нет ДНК, что тоже говорит о полной очистке от клеточных структур.